В Донском государственном техническом университете подписано соглашение о сотрудничестве Ростовской-на-Дону епархии и вуза в научно-педагогической и культурно-просветительской сфере. Предметом соглашения является сотрудничество в сфере образования и духовно-нравственного просвещения и воспитания молодежи в духе традиционных моральных ценностей, взаимодействия в учебно-методических вопросах. Документ был подписан в рамках визита главы Донской митрополии владыки Меркурия в учебное заведение и встречи со студентами и педагогами. Сюжет епархиальной телестудии «Дон православный». Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий посетил Донской государственный технический университет. Владыку Меркурия встречали ректор ДГТУ Бессарион Месхи, помощник ректора Вячеслав Лебеденко. Главу Донской митрополии приветствовали студенческие отряды университета. После того, как правящий архиерей познакомился со студентами, узнал о деятельности волонтерских организаций университета, все собрались в актовом зале для более обстоятельного общения. Ректор Донского государственного технического университета Бессарион Месхи поблагодарил высокопреосвященнейшего Меркурия за внимание к деятельности вуза. Глава Донской митрополии в своем обращении отметил важность духовно-нравственного воспитания молодежи в современном мире. Духовные составляющие нашей жизни, я говорю не только с позиции православного вероучения или религиозного учения, хотя это очень важная составляющая, может быть, самая важная. Я говорю и о культуре, и об искусстве, и о семье. Вот во все наши отношения в жизни должна быть заложена обязательно нравственная составляющая. Потому вопросы духовного воспитания, духовного становления, духовного обогащения. Если хотите, я, может быть, громко скажу, но это будет, надеюсь, правильно, это вопросы нашей национальной безопасности. Студенты и преподаватели вуза задали высокопреосвященнейшему Меркурию немало вопросов, волнующих современное общество. Спрашивали о многом. О современной науке, об особенностях многоконфессиональности нашей страны, о трудностях семейных отношений, о взаимодействии церкви и общества. Мы можем быть разными людьми, как я уже сказал, по характеру, по темпераменту своему, по религиозным убеждениям, по политическим убеждениям. Мы совсем разные. Но в одном мы должны быть едины. Мы должны быть людьми нравственными, и мы должны быть гражданами своего Отечества. В завершении встречи студенты поблагодарили владыку Меркурия за подробные ответы на вопросы и подарили главе Донской митрополии статуэтку с символом вуза. Митрополит Ростовский и Новочеркасский на память о встрече преподнес в дар университету образ Божьей Матери Владимирская. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и ректор Донского государственного технического университета Бессарион Месхи подписали соглашение о сотрудничестве между Ростовской-на-Дону епархией и ДГТУ в сфере образования, духовно-нравственного просвещения и воспитания молодежи в духе традиционных моральных ценностей. Затем состоялся брифинг для представителей донских средств массовой информации. Соглашение – это констатация факта. А самое важное – это то, что мы начали делать, тот диалог, в который мы вступили. Церковь и молодежное сообщество, профессорско-преподавательская корпорация. Здесь, в этом университете и во многих других – это тот диалог, который сейчас жизненно необходим нашему обществу. Вот это самое важное. В ходе визита в Донской государственный технический университет высокопреосвященнейший Меркурий посетил строящийся храм в честь святой великомученицы Татьяны, домовый храм ДГТУ, на базе которого планируется открыть православный молодежный центр.